Здравствуйте. Я в данный момент нахожусь в лагере «Командор» на туристической смене. На этой смене нас научат ходить в походы, раскладывать палатки, кидать метательные топоры, стрелять из ружья, стрелять из арбалета. Также буквально только что я прошел занятие по скалолазанию. Скалодром – это удивительное место, которое нас учит забираться в горы. Несмотря какие горы, все равно мы сможем на них забраться благодаря скалодрому. Мне 11 лет, я хожу в лагерь «Командор». Мне очень нравится урок стрельбы, потому что он очень интересный. Сначала мы кидали топоры, сейчас мы стреляем с винтовок. Привет, меня зовут Арсений, мне 12 лет, я сейчас в лагере «Командор». Сегодня мы метали топоры в цель. Я довольно метко проявил себя и попал 6 из 10. Как у меня это получилось, я не знаю. До этого я никогда не занимался подобным. Просто я понимал то, что надо это делать довольно метко и сильно. Меня зовут Артем Подваканов, мне 11 лет, и я уже как второй день в лагере «Командор». Сегодня мы стреляли из арбалета. Для начала, чем арбалет отличается от ружья? Во-первых, он стреляет не пулями, а стрелами. Отдача, собственно, меньше, но все равно стрелять не сильно легко. Пока что у нас были сейчас соревнования. Я попал 3 раза из 4. Мне понравилось. Бродяга, а ну-ка, улыбнись, и кто-то очень близкий тебе. Здравствуйте, меня зовут Тимофей, и я вам расскажу, что мы делали на уроке с Александрой. Мы учили песни, которые будем петь на завтрашнем концерте. Мы начинали их записывать, а потом пели. Я считаю, что это очень полезная практика для меня и для моих одноклассников. Здравствуйте, меня зовут Никита, и сегодня мы были на занятии у Дениса. Мы научились много чему. Мы теперь умеем прожигать огнивом бумагу, и мы научились пользоваться компасом. А еще мы узнали, что такое азимут.
Меня зовут Тихон, мне 11 лет. Только что я в рамках сборов в лагере «Командор» туристического залез вот на это дерево с помощью жумара и веревки. Жумар грузоподъемность 400 килограмм, веревка 2 тонны. Мне очень понравилось. Вначале, конечно, было сложновато, а затем просто понял суть всего этого и уже полез. Ну, опускание, конечно, было прикольным, но не самым лучшим. Больше всего мне понравилось перехватывать руками. Я вам расскажу, как мы провели испытание первой помощи. Мы с Сашей, сначала нам Саша объяснила, как надо оттаскивать человека, если он, ему стало плохо на проезжей части, и если ему стало плохо в горах. Также нам объяснили, как надо обматывать бинтом всякие органы. Это очень хорошая практика. Алиса, и вчера у нас было ориентирование. Мы разделились на две команды и должны были по азимуту и по числу шагам пройти маршрут и сделать из... А на маршрутах были буквы. Из этих букв нам надо было составить слова. Моя команда иногда делала что-то неправильно и возвращалась обратно, но все же мы были первыми. В музее Василия Дмитриевича Поленова. Мы побывали на первом и втором этажах. На первом этаже меня больше всего привлекла гостиная комната. Когда мы туда зашли, мы увидели коллекцию отца Поленова, а также там есть картины разных художников, которые были подарены и приобретены Поленовым. После того, как мы поднялись на второй этаж, перед нами предстала гигантская картина под названием «Христос и грешница». Она нам очень понравилась. Она была написана углем и продана царю за большие на то время деньги. Он мог создавать по эскизу мебель. То есть он рисовал эскизы мебели, допустим, шкафа на прозрачных шарах, который мог передвигаться без тяжелого груза, то есть без книг и оружия. И искусственные мастера могли его сделать вживую, то есть оживить как бы. Далее... Он был достаточно скромным, потому что когда он умирал, сказал своим детям, что мне не нужны памятники, просто поставьте мне обычный крест и все. И теперь его правнучка управляет этим хорошим, отличным заведением и приглашает туристов и показывает искусство своего прадеда. Расправил искатель разум самолет, и потихонечку пятится трапа крыла. Вот уж действительно пропасть лишь нами легла. Милая моя,
звенит гитарой желтой, ты обнимаешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Под рюкзаком от тяжести склонялся и все шептал, присевши на пенек. Эх, заманили, эх, заманили, повесили на спину такой большой рюкзак и гадостью какой-то накормили. А из палатки я не выбрался никак. И ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причины. Ведь наши ловишки стоят на помине, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Возник такой вопрос. Во сколько ваших лет и от кого вы впервые услышали бардовскую песню? Я подозреваю, что бардовскую песню я услышала впервые, как только родилась. Потому что мама моя ходила в походы, очень любила ходить в походы, и там друзья ее пели авторские бардовские песни, и мама мне пела их как колыбельные. А папа мой работал на радио и приносил оттуда записи и Юрия Висбора, и Булата Акуджавы, так что это все звучало вокруг меня, как моя среда обитания. Вау, это круто. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Здравствуйте, Галина, меня зовут Эя. Очень приятно. Спасибо, мне тоже. И у меня есть к вам два вопроса. Первый, кто или что подтолкнул вас на то, чтобы начать музыкальную карьеру? Дело в том, что в 4 года я ходила по квартире, как рассказывают мои родители, и пела песню «Эй, моряк, ты слишком долго плавал», а там очень сложная мелодия, а я ее пела, точно попадая в ноты. И мои родители решили, что у меня есть слух, меня надо отдать в музыкальную школу. Вот, собственно, так все и началось. В 6 лет меня отдали в музыкальную школу, взяли без экзаменов, потому что слух был хороший. И я окончила школу 7-летку по классу фортепиано. Дальше просто поняла, что фортепиано мне неинтересно, и начала петь. Прекрасная история. И второй у меня был вопрос. Что вы чувствовали, когда впервые вышли на сцену? Дрожало все. Коленки, руки, голос. Ну, не знаю, что. В общем, каждой клеточкой я дрожала. И у меня был полный ужас от того, что передо мной сидели люди, и надо было что-то им петь. Ну, вот так оно и было. Но это иногда и до сих пор продолжается. Да, мне это знакомо. Мне страшно до сих пор выходить на сцену. Спасибо большое. Ты мое дыхание, утро мое, ты раннее, ты солнце жгучее и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей, а по такому случаю ты подожди.
Добрый вечер, Галина, и у меня к вам такой вопрос. В чем смысл жизни и как бы выполнили ли вы его? Я еще хочу пожить, потому что когда ты говоришь, что ты выполнил то, что ты задумал в жизни, значит, тебе пора умирать. Я хочу еще пожить, поэтому я еще ничего не выполнила, у меня еще впереди много планов. А смысл жизни, мне кажется, в том, ну вот для меня, по крайней мере, чтобы меня вспоминали добрым словом, чтобы никому не сделать плохого. Может быть, хорошего не удастся, но главное, чтобы не сделать никому плохого. Спасибо. Здравствуйте, Галина. У меня к вам вопрос. Какие хобби у вас были за вашу карьеру и вот продолжение карьеры певицы? На самом деле, пение – это мое хобби. Потому что я профессионально этим не занималась, мне не ставил никто голос. Это мое хобби всю мою сознательную жизнь. Я до сих пор говорю, что я участник художественной самодеятельности и делаю вот как Бог на душу положит. Я не умею работать над песней, я не знаю, как что-то там надо сделать. Это мое хобби. А еще у меня хобби собирать грибы. Я могу ходить по 6-7 часов по лесу. Даже если я ничего не найду, мне очень нравится. Если я найду хоть один гриб, это уже счастье. Спасибо. Здравствуйте, Галина. У меня есть вам такой вопрос. А какая ваша самая любимая барская песня, которая вас прямо тронула в душу, и почему? Дело в том, что я вообще нелюбимых песен не пою, но есть песни, которые со мной живут всю жизнь. Наверное, потому что они мне ближе всего. Вот «Ты мое дыхание» – одна из них. И «Виноградная косточка» была так у Джавы. Грузинская песня она называется. Это, наверное, вторая. Вот эти две песни я могу петь до бесконечности. Спасибо. Жизнь без мамы не мед, это ж каждый поймет, а с отцом и подавно. В доме трам-тарарам, папа нас по утрам кормит жженою кашей. Он в делах, как дыму, и ему потому не до жалости нашей. Здравствуйте, Галина. Если честно, я сейчас очень рад возможности поговорить с вами один на один. И я хотел бы задать вам два вопроса. И первый из них, почему вы не сочиняете сами? Очень простой ответ. Потому что не умею. Я никогда не писала стихов, я никогда не писала музыки. И всегда считала это делом таким, которое приходит оттуда, откуда-то, с небес. Yes. Да, вот приходит человеку стих, он его записывает. Приходит человеку мелодия, он ее записывает. Мне ничего никогда не приходило. Но я всегда очень любила петь. А однажды я попробовала, мои друзья мне сказали, ну что ж ты ничего не сочиняешь, ты же музыкальную школу окончила. И я попробовала написать мелодию к песне. Попробовала, сама послушала, поняла, что это такая компиляция из всего того, что я слышала. Что это абсолютно не оригинально. А такого много, то, что не оригинально, а значит, не талантливо. И я решила больше не пробовать. Раз не умеешь, не берись. В этом плане я с вами, если честно, искренне согласен, так как вдохновение штука такая, приходит, уходит. Вот видишь, тебе уже это известно, а мне это до сих пор неизвестно. Ну да. И второй вопрос, как вы считаете, достигли ли вы своей цели по жизни? Я не знаю, какая у меня цель в жизни, поэтому не могу сказать, достигла ли я ее. Я как-то так вот иду по жизни, и иногда она мне дарит подарки. Например, я могу заниматься авторской песней, потому что вот у меня есть слух, и мне жизнь это подарила, эту возможность. Отдаетесь судьбе, так сказать. Да, да, я ей доверяю. Спасибо большое. И тебе спасибо. До свидания. Поезжай в Австралию без лишних слов. Там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких доктор. Снова будешь весел и здоров. Приходит с юга птицы, снеговые горы тают, и не до сна, друзья мои. Приходит, люди головы теряют, и это время называется. И еще раз приходит время. Это на внимательность было. С юга птиц прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время называется весна. Замечательно!